Дорогие друзья, 3 января, вечер, а именно где-то начало 9 утра у нас небольшая стройка, тут небольшие изменения, небольшую экскурсию вам по двору сделаю. Здесь тоже что-то будет меняться, здесь однозначно что-то будет меняться. Здесь колясочки чистенько стоят, что-то. Здесь приставочки, люди живут, спортсмены. Здесь еще стройка, здесь будет еще много чего интересного. Это наш пандус, он уже работает от датчика света. Здесь уже можно спокойно заехать. Ну, конечно, на скутере это не то пальто. Но, тем не менее, что-то я вам могу показать. Здесь еще некоторый процесс стройки идет. Но, когда все это сделается, это будет потрясающе, друзья. Вот. Ну, а на данный момент я сейчас еду на улицу Гоголя. Это город Саки. По очень срочному вопросу менять аккумуляторы. Мой клиент из Новосибирска приехал, купил коляску, опять же, не у меня, а в сторонней компании. Вот. Хотя мы с ним были знакомы. Вот. Ну, вроде бы коляска неплохая, но попадос на аккумуляторы. Хотя у меня на момент, так скажем, когда был запрос на такую коляску, была такая коляска, просто по цене несколько дороже то, что он купил. Вот. Ну и вот сейчас, опять же, благодаря, опа, датчик сейчас должен сработать, датчик ёпона сработал, ёпона. Здесь у нас делается дверь, то есть как-то человек подъезжает к двери, нажимает кнопочку на пульте, и перед ним сим-сим откроется. Также есть автотранспорт, который готов доставить в любую точку Крыма. Но это пока еще экспериментальный транспорт. Здесь еще готовятся ворота, еще временные ворота. В общем, ну и самое интересное, я застрял. Это наша дорога. Включаю свет. Небольшое освещение. Ну и погнали наших городских. Иду по таким дорогам каждый день. И двигаются ребята на колясках, ну, электрических, на активных, на приставочках, на разных, в общем, на разных средствах передвижения. И вот двигаются. Дорожище, это я еще объезжаю. Но тут даже сантиметр, даже единого сантиметра нормальной дороги нет. Ну, ребята, каждый день вынуждены вот так вот двигаться. Конкретный вот. Это не то, чтобы буду даже объехать. Вот здесь на обочине немножко. Здесь всегда, как правило, стоят машины. А вот тут вот все, обочина превращается в яму. Не, потому что здесь канализация, кто-то копал. И погнали. Здесь кратчайший промежуток нормальной дороги. Буквально несколько сантиметров. И опять мы в жопу заезжаем. Прям тут вообще даже объехать, сука, нет. Просто объехать, ну, негде. И опять вроде бы небольшой участок, но посередине все равно нас встречают. Продолжаем наше путешествие.
Это мы уже в центральной части, ну, Михалковскому шоссе подъезжаем. Далее. Чтобы поменять аккумулятор, мы выезжаем на улицу Пионерской по пешеходному переходу. Какой-то хмырь едет с дальним светом, но он его выключил. Мы на улице Пионерской здесь. Не могу сказать, что капец как светло. Обязательно нужно вспомогательное освещение. Нужно вспомогательное освещение. Мы находимся на встречке. Нам нужно использовать обязательно все, несмотря на то, что мы на встречке находимся, все предупреждающие сигналы. Продолжаем движение. Гоголь — это, в принципе, одна из самых популярных проектов. Вот куда я приехал, ё-моё. Здесь все удобно, прям подъезжаешь. Я так понимаю, здесь хозяева сами на колясках. Опа, нажимаю кнопочку. Я сейчас так, по идее, думаю то, что сработает электрический замок. Ну, у нас пойдет. Да, вот сработал электрический замок. Опа! Вот это да, вот это да. Я не думал, что ты прям встречаешь. На-на, да? Вот у нас сегодня интересный экземпляр. В общем, вот такая вот B500. Коляску я видел где-то в интернете, на просторах интернета, в районе 130 тысяч рублей. Вот. На данный момент все 10-километровые, хорошие движки, 4 щетки, ну все, мозги правильные, управление хорошее, все состояние хорошее, ну, действительно стоящая нормальная коляска. Кожа, анатомия, в общем, ну все, в принципе, все как надо. Для хорошего активного сигнальника, для быстрого и активного перемещения по городу. Нормальная нарядная коляска. Но есть вот такой момент. Вот. Аккумуляторы и все. А это, ну, в принципе, это очень дорогостоящее событие. Ну, в общем, сейчас будем менять. Ну, тогда будет коляска огонь. В общем, вытащили тележку, вот они такие тут стоят, оригиналы. Коляска сейчас, давай посмотрим, какого года выпуска-то. Год выпуска 14. Ну, так как вот резина не зубастая, значит, это коляска серая, привезена из Европы. Потому что, ну, официальные колясок таких, ну, не было, только по спецзаказу. Да по ней видно, потому что в Российской Федерации вот эта вот кожа. Ну и такие, в принципе, спинки, они такие не продавались. Это все вот, так скажем, двушные серые колясочки. Короче, один аккумулятор мы вытащили, еще вытащили предохранитель. Где-то вот здесь. Короче, а, вот он. Вот предохранитель. Вытащили. Ну, сейчас сразу же будем внедрять новый аккумулятор. Кто там, ну, например, в цепях путается, да, ну, там, поставить правильно или еще. Ну, вот схему, вот алгоритм замены аккумуляторов вот такой. Один сняли, хопа, новый подключили. Ну, и потом второй, соответственно. Ну, в общем, разобрались мы с аккумуляторами, в общем, все поменяли. Вот то, что стояло. Аккумакс AMG 7012. Ну, это, я так понимаю, аккумуляторы еще с 14 года. Ну, конечно, нифига себе, это 7 лет. Ну,
нужно дать должное, так скажем, отработали порядочно. Причем последний год, ну так, хорошо отработали. Ну и теперь мы сюда поставили навьё. Уже не 70, а 100. И, в общем, хорошая колясочка, прям хочу сказать, неплохая. И 10 км, и движочки хорошие, и пульт нормальный, и выглядит она. Без особого пробега он есть, но не очень большой. Ну и, в общем, теперь новое сердце. Все, спасибо, друзья. Подписывайтесь, если что. Пока.